Афины обратятся с иском в Европейский суд, если Грецию исключат из зоны евро, заявил министр финансов Греции. Премьер-министр страны Алексис Ципрас пообещал уйти в отставку, если греки поддержат программу жесткой экономии на референдуме 5 июля. Накануне греческое правительство заявило, что не намерено выплачивать долг МВФ 30 июня. Это решение угрожает стране банкротством. В Индонезии военно-транспортный самолет потерпел крушение в жилом районе города Медан. На борту самолета находились более 100 пассажиров. Погибли по меньшей мере 45 человек. За время вооруженного конфликта на востоке Украины погибли по меньшей мере 6,5 тысяч человек. 16 тысяч были ранены. Такие данные приводит Офис ООН по координации гуманитарных усилий. Более миллиона человек считаются внутренне перемещенными. По этому показателю Украина является 9-й в мире. В Ереване полиция уговаривает активистов разблокировать проспект Баграмяна и переместиться на площадь Свободы. Движение «Нет грабежу» объявило о том, что помимо уличной борьбы будет вести борьбу в правовой плоскости. Акции протеста против повышения тарифов на электроэнергию начались в Ереване 17 июня. До проведения аудита в компании «Электрические сети Армении» правительство пообещало оплачивать разницу в тарифах. Боксер Флойд Мейвезер возглавил рейтинг Forbes из 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2015 года. На втором месте его коллега из Филиппин Мэнни Пакьяо. Замыкает тройку лидеров певица Кэти Перри. Единственная представительница России в рейтинге, теннисистка Мария Шарапова, занимает 88-е место.